перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, ебой. Короче, прикинь, это вот на съемку в этой, в какой-то клинике. Типа из братухи, там, ну, как бы из братухи, из блогера делаю рэпера. Там канал они мне платят, типа, что я сделал. Короче, привез его уши зашивать. Я братухи там уши зашиваю. Он меня только не пускает, обидно. Я бы вам снял всю хуйню. Ебой. А я им говорю, еще жопу не забудьте зашить ему. Здорово, Арчик, как сам, бра. Да, братуха нервничал, пиздец. Он говорит, ему разрезает, да, зашивает. Говорю, в клинике привез чувака уши зашивать. Ну, короче, там канал 360 снимает проект, там я типа из влогера делаю рэпера. Нормального нигер, короче, делаю с ним. Я им первый говорю, тебе надо уши зашить и жопу. И вот привез его, брат. Сейчас... Типа, да. Я говорю, человека из тебя сделаем. Ну вот я тоже не знаю, нахуй ты туннель делал. Ну вот и говорю, будьте зато жизненным уроком, брат. Знаешь, как бы. Что нельзя просто какую-то херню в себя засовывать и потом не платиться за это. Нихуя, ёпта. Шутки не шутим, блядь. Привет, солнце. Бахма, не знаю, брат, наверное, уже до осени точно. Там альбом выйдет через 2 недели. Я все над названием думаю. У меня есть пара вариантов, как бы. Но стопудово пока не могу решить. Дед Мороз специально... А это чувак не брать не будет. Привет, солнышко. Да все отлично, ебой. А вызови на батл Рики? Да, вряд ли. Вряд ли. Минималистик Рэбби ты сейчас. Караганда, привет, брат. Да, это, блядь, зимний вариант, брат. Он же новый вариант кепки валяется дома. Свои летние. Эти все черные, эти мои, они, ну, зимняя хуйня, короче. Хэллы, Хэллоуин, а хуй знает. Не знаю. Не, я видел, он с кем-то батлился там. Похоронил. У них там батл какой-то был. Это, комплиментов. И как бы. Ну, хуй знает. Ну я не смотрел, просто не люблю. Я люблю, чтобы зло было, как бы. Знаешь, рамсы там личные, какая-то неприязнь, брат. Привет. Привет с Нью-Йорка, брат. Я когда-то в Нью-Йорке тоже жил, брат, на 261 улице. Ривердейл. You know. Кто скажет, что меня разъебят? Никто такого не мог сказать.
Да, я знаю, я стараюсь как бы избавиться от своей привычки ругаться много матом, но, блин, я эмоциональный чувак, когда меня берут эмоции, я начинаю говорить просто быстро и мат не успеваю зацензурить, как сейчас. Галат vs. Мози. Не, не смотрел. То Мози порвала его. Брат, на ней еще приедет Нью-Йорк. Привет из Африки. Да, брат. Всем моим пацанам в Уганде. Ебой. Скучаешь по мальчику Вилке? Да прям пиздец скучаю. Я говорю, жду, пока нигеру, чуваку, короче, из влогера делаю рэпера, жду, пока ему уши зашьют. Типа съемки, канал 360 снимает проект такой, что я из него делаю там рэпера. Я говорю, первое, что тебе надо уши зашить, избавиться от этих туннелей. Девчонки не любят эту шляпу, говорю. Ты в пятачке? Хуй, значит, брат. Я заебись, брат, ты как? Привет, солнце. Не может, да просто не хочу. Не знаю, там вот этот... Там бату, по-моему, 18 минут, да, или что-то такое. Не считая это, то есть, ну, грубо говоря, 5 минут, всей хуйни мы убираем, да, рекламы там и все это, решение. Стоит 13 минут, 7 минут, блядь, по 2 минуты надо просто выучить и перейти, это полная хуйня. Как бы 400 строк, это не 2 минуты, понимаешь? Ну да, но мы не на Западе, брат. А там не видно этого пострадавшего? Ебой. Привет, Джессика. Новый трек не знаю, но я думаю, через недельку еще дропну, и там этот альбом, да. Здорово, Колянчик, как дела? Crazy Astro надо делать сумасшедшую музыку. Добавляйте к нему. Где, короче, братан, ну за хороший звук надо платить. Как бы, если хочешь качество, тебе надо обратиться вот к моему звукарю, к Мишане, 43, там, я не знаю, рекордс или что-то. У меня под каждым треком ссылка на него. Я тебе скажу, братан, я вот 10 лет работал с звукарями, это первый звукарь, который прям, ну, знаешь, он, блядь, можешь сам добавить, короче, все делает как надо мне. Я ему просто даю, и он просто дает, и я говорю, охуенно. Знаете, вот эта хрень, когда приходишь к звукарю и говорит, бля, ну поделай там какие-нибудь фишки, я не знаю, что. Он такой, каких тебе фишки поделать? Я говорю, да я хуй знает, я не знаю ни одной. Ты звукарь или я, как бы, если бы я знал, я бы сам сделал. Посмотрел, не, последние версии не смотрел. Ну, я говорю, 12 минут батла, блин, ну я не знаю, может мне в натуре стоит выучить 3 двухминутных этих, просто прийти и такие же бабки получить. Здорово, Арчик. Да вот, братан, только что встретил братуху на улице и зафоткал с ним. Да постоянно, да, просит, вот даже вкачивать девчонку какая-то выловила. Ну и как бы я вообще весь потный, усатый, там пытался скрыться, но он такой, не. Но очень приятно, спасибо вам большое, как бы я с удовольствием всегда вас поддержу. Ну да не знаю.
Там говорят, ты батл милый был. Ну, как бы Мози, да. Ну, а, блядь, ну, когда пацаны, как, ну, нужно что-нибудь жесть или какой-нибудь грубости, я не знаю. Ну, это батл, это, знаешь, это не песочница, короче. То есть я прям хочу уничтожить тебя психологически. То есть я прям хочу, чтобы ты стоял, и тебе потом некомфортно было внутри. Чтобы ты думал о тех словах. Те слова, которые я тебе говорил на батле, они тебя всю жизнь преследуют, понимаешь? Спасибо, солнце. Да я не смотрел. Ну, я вообще говорю, БПМ там, блядь. Там легче, много халтурства там, короче. Связь, бля. С Доней, да нет, ты что прикалываешься? Присаживайся, скажи. В общем, я тут тогда звоню. Все, ебой.